Сейчас вы видите, как толстый мужчина будет обучать людей пользоваться подъемными машинами, так называемыми автопогрузчиками. Мы находимся сейчас на курсах по подъемникам. Вы видите, как толстый мужчина, почему он толстый, потому что он все время сидит и обучает людей, пытается показать и рассказать секреты этой крутой специальности. Сейчас он поднимает вот эти вот ящички и показывает. Смотрите, ребята, как надо аккуратненько поднимать. Рыжий мужчина, это молодой парень, тоже учится. А там вот сидит арабчик, он пытается поднять вот эту штуку, чтобы она не упала вот этими вилами. Это тоже телескопическая машинка такая. Продолжая свой разговор, мужик показывает пальчиком: не урони, не урони. Назад, назад, отъезжаем назад и аккуратненько спускаем. И до 20 сантиметров от земли, не больше. Вот мужик в очках стоит, зачем он пошел, не знаю. Вот учимся тоже заезжать, то есть это тест на заезд в машины. Учимся поворачиваться правильно. Разворот — это очень... Вы думаете, это так легко? Так еще и надо разворот с грузом. Учимся груз поднимать, видите, с наклоном немножко, не полностью, чтобы было, как говорится, меркасковит. Сейчас мы учимся поднимать вот такие палки, которые находятся на подставках. И едем. Весь секрет в том, что надо поворачивать на 90 градусов. И вот сейчас вот так вот на 90 градусов рулит. Крутим и едем. Хорошая, кстати, специальность. Ничего делать не надо из-за этой папки. И также учимся обратно ставить. Маленький экскурс в мир людей, которые хотят ездить на машинках и зарабатывать на этом бабки. 25 шекелей в час. Приглашаем вас поучиться и нарастить живот. Опять темный экран. Спасибо, до свидания.